Не справляетесь? Тогда и не берите деньги. Губернатор Андрей Травников указал руководителям муниципалитетов, что они отвечают за качество ремонтных работ на дорогах. На эти нужды правительство регулярно выделяет средства, отметил глава региона в ходе еженедельного оперативного совещания. Даже если решения принимаются в середине лета, на сельских территориях мы можем быть достаточно уверены, что и дополнительные объемы ремонтов будут выполнены. Но городские округа, привел бы пример таких системных проблем, это город Искитим и город Новосибирск, очень часто нас подводит. Поэтому я, коллеги, обратил бы внимание и сформулировал бы более жестко: не справляетесь, тогда не берите деньги. Глава региона напомнил, что Новосибирску выделен дополнительно 1 300 000 000 рублей. Осталось утвердить это на сессии законодательного собрания. Поэтому правительство области вправе ожидать, что мэрия подойдет к делу ответственно. Дороги мегаполиса – часть областной сети, для нее утвержден 5-летний план. С 24 по 28 годы планируется привести в нормативное состояние более 970 километров автомобильных дорог общего пользования. Для достижения всех запланированных показателей 5-летним планом дорожной деятельности до 28 года включительно планируется направить на мероприятие всего 137 742,6 млн рублей.